Химкинский театр «Наш дом» готовится к приезду в новое помещение. Сейчас там в самом разгаре ремонт. Делаются гримерки, костюмерные и операторские. А в зрительном зале и на сцене начинаются отделочные работы. Дополнительно нужно оборудовать места для инвалидов. После этого возьмутся за фойе. Там предстоит сделать зону отдыха, гардероб и кафе. Этот проект менялся и дорабатывался. Ведется корректировка проектной документации для улучшения, ну и более модернизации, скажем так, проекта. Более качественный, более красивый, ну, более удобный для людей, чтобы было по всем требованиям. Потому что проект тоже был не совсем новый, он 2011 года. Сейчас это улучшение проходит. И мы должны получить красивый проект. Это в декабре будет. И приступаем к отделке данных помещений. Новый зал рассчитан на 300 человек. Но во время аншлагов обещают, что он сможет вместить 400. Расширятся и гримерки. Если в старом помещении их было 4, то здесь планируется 9. Также увеличат репертуар и количество актеров. Сейчас в театр «Наш дом» ходят в основном люди, которые интересуются театральным искусством чисто и спектаклями, которые мы делаем. Потому что помещение маленькое, там тесновато, конечно, и в основном сразу все на сцену идут. Здесь, конечно, будет эстетическое здание, сюда можно выйти с семьей. Спектакли в новом помещении химчане увидят уже весной 2016 года. Все работы будут завершены к марту.